Добрый день, Александр Андреевич. Сегодня мы поговорим о слезотечении у кота. Расскажите, почему у кота могут слезиться глаза? Здравствуйте. Выделение из глаз является защитной реакцией организма на внешние и внутренние раздражители. Причинами могут быть бактерии, вирусы, инородные предметы, химическое вещество. Небольшое количество выделений у кошки может быть после сна. Тревогу должны вызвать постоянное обильное выделение, гнойное выделение, покраснение, отек, угнетение, отказ от корма. Причины для обращения к ветеринарному врачу. И что же делать, если у кота слезятся глаза сильно? Необходимо обратиться к ветеринарному врачу для полного обследования и выяснения причины патологии. При лечении используют антисептические растворы перманганата калия, фурацилина, которыми промывают глаза. Затем несколько раз в день закапывают водный раствор антибиотиков или закладывают мази с антибиотиками. И последний вопрос. Как выбрать клинику для проведения диагностики и лечения? Учитывают квалификацию специалистов, стоимость лечения, оснащение клиники и оборудование, расположенность клиники. Спасибо, Александр Андреевич, за ваши ответы.